А когда украинские солдаты минировали мост, они вас не предупредили о том, что будет взрыв? А наш проезд был. Я проезжал, они минировали. Они днем минировали. А взорвали когда? А ночью, часов в 9 вечера. Когда это было? 26 или 25 где-то. Сразу, да? Понятно. И пострадали дома у вас, да? Ну так она тут волна, вы знаете, какая волна? Как от этого, вроде бы там тротила было заложено до полтора. Если такую массу поднял. И вот, смотрите, оно поломало. Кто не пострадал? А? Пострадавшие были? Ну, люди спали, я не знаю. Вот эти вот выехали. Дома пострадали.